Больше еще нет, да? Это вот это Раджив, он будет последний человек. Ага. Он будет последний. Вы видите лица, что вы знали все. Ну да, да, постараюсь. Ну, подсказывать будете потом. Спасибо. Важные пункты. Нет, сап тура чипаки кадо йо. Ask my sister. They were pinning. Yeah, they were pinning. Now, pinning. Pinning. This guy takes video also. Isso aí.
अब सही से तो मैं पूरा पावर हो जाएगा। हाँ सही है। बस 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 बैटरी बचाओ। तू किधर जा रहा है? Thank you.
Московского государственно-медицинского университета профессор Алексей Иванович Лазарев. Начальник управления протокольного обеспечения Дегтярева Елена Юрьевна. Заведующая кафедрой патофизиологии профессор Людмила Анатольевна Северьянова. Заместитель председателя Государственной аттестационной комиссии факультета иностранных учащихся, профессор кафедры терапии номер 2 Сараев Игорь Анатольевич. Начальник управления по международным связям Юрий Шалович Абидзе. Заместитель начальника управления по международным связям Наталья Дмитриевна Огнищенко. Заместитель декана факультета иностранных учащихся, доцент Галина Николаевна Кулякова. Заместитель декана факультета иностранных учащихся, доцент Юлия Владимировна Лунева. Координатор фирмы Trans Russian Шахина Мухаммад Тафик. Дорогие друзья, слово для приветствия предоставляется заместителю губернатора Курской области Геннадию Павловичу Плохим. Выпускников с успешным завершением обучения в Курском государственном медицинском университете. Медицинских университетов нашей страны и звания доктор медицины. Курский государственный медицинский университет – это ведущий научный, образовательный, культурный центр, который предлагает широкий выбор специальностей, современные образовательные технологии, разнообразные формы профессиональной подготовки. Многолетняя успешная учебная, научная, воспитательная деятельность коллектива позволила вузу пройти путь от института до многопрофильного медицинского университета. Награждение его орденом Трудового Красного Знамени свидетельствует о высокой оценке правительства Российской Федерации эффективного труда профессора информатизации университета. Создан Центр информационных технологий обучения. Работают 16 межкафедральных учебных дисплейных классов, оснащенных современными компьютерами. На 67 кафедрах обучается более 5000 студентов. При этом учебный процесс в университете строится на основе использования результатов научно-методических исследований. Высок